Сегодня мы будем учиться правильно играть пальцами на дендраме. Второй способ – это играть, когда одна рука в таком формате. Средний и указательный палец соединены, играем мы безымянным и большим пальцем. Рука двигается вот так. То есть двигаем уже здесь кисть, которая задает ритм. В данном случае правая рука будет задавать ритм, а левая, она будет создавать мелодию. Выглядит это таким образом. И потом можно менять. И опять возвращаться. Можно также делать двумя руками. Также учитесь играть левой рукой.